Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников Пьер Нарцисс Герен, Морфей и Ирида. 1811 год. Морфей и Ирида, картина французского художника Пьера Нарцисса Герена из собрания Государственного Эрмитажа. Художник использовал сюжет из античной мифологии, но не иллюстрировал какое-либо конкретное сказание. Автор изобразил, как посланница Юноны, богиня радуги Ирида, на облаке спускается к богу сна Морфею. Барельефы на ложе Морфея являются иллюстрациями двух мифов. Слева Гермес нападает на усыпленного Морфеем Аргуса, охраняющего нимфу Иву из первой книги «Метаморфоз Овидия». Справа Гера обнимает спящего Зевса из 14-й песни «Илиады» Гомера. Картина написана в Париже в 1811 году по заказу князя Юсупова. Известны два предварительных эскиза картины. Первый находится во Дворце изящных искусств в Лиле и является рисунком карандашом на промасленной бумаге. Здесь, в отличие от эрмитажной картины, Ирида изображена летающей над облаками с поднятыми руками. На обороте этого рисунка сделан черным и белым мелом подготовительный набросок к картине «Аврора и Кефал». Второй эскиз хранится в городском музее изящных искусств Валансиена. Представляет собой рисунок пером. Здесь концепция уже полностью соответствует законченной картине. Картина долгое время находилась в усадьбе князя Юсуповых в Архангельском. Затем была перевезена в Санкт-Петербург и выставлялась в Юсуповском дворце на Мойке. После Октябрьской революции она, в числе прочих произведений собрания князя Юсуповых, была национализирована и в 1925 поступила в Эрмитаж. С конца 2014 года выставляется в здании главного штаба. Ну вот так вкратце из Википедии о работе Пьера Нарцисса Герена «Морфей и Ирида». 1811 год, находится в здании главного штаба, в зале 303. Пока-пока, до свидания.